Oh!
Геннадий Гончаров. Поддержим, ребят!
Уважаемые дамы и господа, следующий бой по правилам олимпийского бокса. 3 раунда по 3 минуты в полутяжелом весе до 81 килограмма. Рефери этого боя – судья международной категории АИВА Дмитрий Мелец. Судьи Нерунга – Алексей Кондрашов, Евгений Дерменев, Андрей Слободянов. Нарва. И в синий угол приглашается боксер из Швеции. Брат Аделя Адам Белалия. Стоп!
Стоп! Это твой!
Финальный раунд. Поддержим, ребят!
Сейчас на этом ринге впервые танцевальная студия Ланс и Елены Лосевой. Приветствуйте, танец!
Уважаемые дамы и господа, наш бойцовский вечер продолжает бои по профессиональному кикбоксингу по версии К1. 3 раунда по 3 минуты. Рефери боя — судья международной категории Кристина Масалова. И в синий угол приглашается боец из России, Санкт-Петербурга, Максим Тарнебайне. Дамы и господа, в красный угол приглашается его соперник из Эстонии, города Нарвы, Туба Танкибра, Андрес Куница. Россия. Ему 30 лет. Рост 180 сантиметров, вес 73 килограмма, 500 граммов. Его профессиональный рекорд. 3 боя и 3 победы. Приветствуйте, Максим Тарнебайне! Из Нарвы, клуба Танкира. Ему 18 лет. Рост 178 сантиметров, вес 74 килограмма, 100 граммов. Провел на профессиональном ринге 7 боев, 7 побед, 0 поражений. Многократный чемпион Эстонии. Чемпион Европы по танке. Чемпион мира по тайскому боксу. Приветствуйте! Thank you.
финальный, наверное, раунд. Где ваша поддержка? Из Санкт-Петербурга.
Дамы и господа, и следующий бой по профессиональному кикбоксингу по версии К1. Судит этот бой рефери, мастер спорта, чемпион Советского Союза по рукопашному бою Сергей Тульский. Кухня. И в синий угол приглашается участник этого боя из Белоруссии, города Минска. Родион Пахадаев. Приглашается его соперник из Нарвы, Глубоканкера, Даниил Давыду.
Уважаемые дамы и господа, на первой минуте первого раунда нокаутом победил настроение, друзья.
Сейчас, уважаемые любители бокса, сейчас начнутся самые главные поединки по профессиональному боксу. Но перед ними я хотел бы поблагодарить за организацию сегодняшней битвы подарков одного из главных инициаторов этого турнира, отель «Ингер» в лице его владельца Артема Ахметшина. И мы благодарим за мероприятие его поддержку городскую и народскую праву, отдел культуры и спорта, торговый центр «Астри» и «Фамакестус», лидера продаж автомобилей «Тойота» по всей Эстонии «Эльке» Нарва, бюро недвижимости «Арко Вара», сеть алкогольных магазинов по всей Эстонии «Араксис», «Ойу Андрусе», логистическую компанию «ОСА Ихви», фирму «Накра», спа-отель «Норус» и «Ивара», пивной завод «Саку», гостевой дом «Европа», спортивную школу «Энергия», «Инфоподдержка», «Виру», «Проспект», «Инарская газета», газета «Город», «Нарва», «Линдале» и газета «Нарвский рабочий». Ваши аплодисменты! Пятый бой среди профессионалов в среднем весе. 4 раунда по 3 минуты. И в синий угол приглашается боксер из Литвы Лукас Ильюс. Thank you.
Yeah.
Финальный раунд, ребята!
самолет. Друзья, еще вчера у Эдгарда была температура. Сегодня он в строю. Ваши аплодисменты. Я хотел бы, уважаемые болельщики, я хотел бы вам сообщить, что 23-24 марта состоится 16-й международный турнир памяти мастера спорта Юрия Кудряшова в городе Силламе. Участвуют боксеры из Белоруссии, России, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Мы приглашаем вас. И главный бой сегодняшнего вечера по правилам профессионального бокса в суперлегком весе. Весовая категория 63 килограмма 500 граммов. 4 раунда. В синий угол приглашается боксер из Украины, города Запорожье, Артур Давиденко.
Thank you.
Финальный раунд. Друзья, давайте поддержим бойцов. Арту Давиденко.
Нет. Привет всем! Нагло! Я очень рад, что мой дебют состоялся. Я хотел бы поблагодарить своего тренера Василия Николаевича Сутнёв. Это побуждает мне аплодисменты. Также я еще очень рад, что мой брат Павел Камалин сегодня выиграл на этом ринге. Тоже поаплодируйте, пожалуйста. И всем большое спасибо, кто за меня болел, вас было очень много. Спасибо. Уважаемые друзья, спасибо, что этот вечер вы провели вместе с нами. Спасибо всем тем, кто помогал нам в организации этого.